покушался на депутатскую неприкосновенность. 30-летний мужчина заминировал здание областной думы. Подготовили к подъему. Во сколько обойдется бюджету создания музея из затонувшего саратовского ледокола? Эротическая драма на экранах города. В рамках фестиваля «Саратовские страдания» будут показаны запрещенные киноленты. Об этом и не только расскажем в программе «Новости РЕН-ТВ Саратов» в 19:00.